У нас есть три основные направления большие. Это хирургия, акушерство, гинекология и терапия. На сегодня Пермский государственный медицинский университет готовит профессионалов по 6 специальностям. Лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, сестринское дело, бакалавриат и клиническая психология. Чтобы поступить, необходимо сдать ЕГЭ по 3 или 4 предметам, в зависимости от направления. Среди обязательных – химия, биология, русский язык, математика и обществознание. Минимальный необходимый балл – от 40 до 60. Первое, мы хотим рассказать, как изменилось здравоохранение Пермского края в целом за последние годы. Привлечь студентов, привлечь на работу в наши медицинские организации. Ну а выпускников школ 11 класса привлечь для поступления в медицинский университет, ну или в специальные профессиональные медицинские колледжи, которые тоже нам дадут фельдшеров или медицинских сестер. Помимо знакомства с вузом, ребятам рассказали о специфике работы в здравоохранении в целом. Кто-то из них уже решил, куда отправиться после школы. А более подробно о том, как прошла встреча, расскажет Евгений Казанцев в одном из будущих выпусков новостей. Не пропустите.